исполнить. Слава благодарности, в смысле какую? Ну, я говорю, спасибо большое. О, видишь, как нет, лето, да. Лето. Лето в мае у нас, видишь, вот здесь. Вот, шортики-то где бы сейчас пригодились? Да. Погода, говорила, облачная. Да, с утра. Я говорю, обманчивая погода здесь. Я говорю, утром здесь дождь был, да, так. Хладненько, сейчас вышли вон. Лепота какая. Не туда идем. А куда ты хочешь идти? В сторону Сперва. Мы там были уже. Я не того А другого, ты знаешь, где находится Сперв? Другой? Показывай, где. Где? Ну что, нашел? Да, пошли туда. Ну я же тебе говорил, пошли туда. Так, смотрим видео, идем. Так, машинка, прям ты пропускает пока. Вот. Улочки, домики. Вот Сочи. Смотрим Сочи. Туда идем, да? Ну пойдем туда. Быстрее, 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 быстрее. Опа. Так, вот здание старинное, знакомое. Мне. Улочки, деревцы. Вот тут. Такие дома классные. Балкончики такие. Романтические для двоих. Ой, ирис. Все в зелени, смотри. Все благоухает. Здесь мы шастали, помню. Сейчас он там будет салон красоты. Вот, смотри, салон красоты здесь фотографировал. Я Вовчик фоткал здесь. Мы сюда ездили, сюда же где-то в Фини. Потом в офис главное ездили. А там закупали какое-то вещество, надо было брать. Ой, какую-то химию дорогую брать, эксклюзивную. Подешевле. Закупать надо было. Там попросили. Вот даже кафешка та же самая, вот она. Да там, да, да, Русик, друг Вовкин. Вот. Там на пост попросил, с кем он на кого работает. Здесь нашли фирму. Потом ездили в какой-то офис, главное, кто-то там далеко уезжали. Типа оптом набирать собирались.